Наверное, Эбби выбрала океанариум, потому что до него хрен доберешься. Возможно. Тут-то нам как перебраться? Можем вон по той дороге. Только она очень далеко. Или вот так. Да. Так лучше. Пошли. За мной. Попробуем здесь. Какой у нас план? Перебьем лодку и украдем лодку? Лодку-то мы точно заберем. Помешают нам, сами виноваты. Надеюсь, их там мало.
Здесь все в хлам. Что ж такое? Давай. Иди сюда. Помощь нужна? Не, я сам. Тут мотор как-то. В 13-м снайпе. Повторяю. У причала работает снайпер. Скорее всего, на лестнице. Вызывает все отряды. Прием. Черт. Вы четверо. Закрепитесь на перешейке. Остальные остаемся здесь. Будем ждать приказа. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока наших отстреливают. Нам дали приказ. У них хватит людей, чтобы разобраться с одним снайпером. Вот же сука. Элли. Мы можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томми. Мы этого не знаем. А о ком же еще?
Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так что, если мы... А что, если он в беде? Он позаботится о себе. О, Господи. Если хотим помочь Томми, нам нужно найти Эбби. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Надеюсь, что ты выживешь. Кто-нибудь видит ее? Ладно, дыши. Никаких контактов. Блин.
пошла! Блин, где она? Далеко она не ушла. Еще один убитый! Выманить ее!
девчонка здесь. Тот парень у причала. Они хотят нас разделить. Видишь? Она меня держит! Так, лодка.
Давай!
куда же я попаду?
Черт! О, Боже!
Все.